Каждый раз, когда вы будете выходить из своего дома, посмотрите в сторону правого плеча. И, друзья, скажите следующие слова: «Ангел мой, иди за мной, удачей озари, счастьем жизнь надели». Друзья, очень важные и сильные слова. И теперь удача точно всегда будет с вами, а ангел будет вам помогать, во всем помогать. А для мгновенного успеха ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях «Мне на удачу». Для того, чтобы ангел-хранитель не отвернулся от вас, обязательно произносите эти волшебные слова 2-3 раза в неделю, а лучше каждый день. Что же это, друзья, за слова? Первое слово «благодарю». В любой ситуации, когда все решается в вашу пользу, или когда у вас есть какая-то опасность, но обходит вас стороной, нужно благодарить ангела.